Льготные и безлимитные проездные билеты продлят на май автоматически. Правда, касается это только тех, кто не ездил в апреле на общественном транспорте ни разу. Ранее таким правом горожане могли воспользоваться только при личном обращении в офис компании, которая обслуживает электронные проездные. Но из-за пандемии эту процедуру решили упростить. Теперь ходить куда-то и писать заявление не надо. Глава администрации города Владимира Андрей Шохин, понимая, что, во-первых, это довольно-таки затруднительно, мероприятие туда куда-то приходить, там опять же могут собираться очереди, скапливаться народ, это опять не способствует препятствованию развития коронавирусной инфекции. Поэтому он принял решение на время режима повышенной готовности, который в городе у нас объявлен, внести такую норму.